Алло, здравствуйте, по поводу объявления звоню. Ага, здрасте, да. Кроссовки продаете, рибок? Да, продаем. Вопросики есть парочку. А стельки родные вообще у них? Стельки, да, родные. Родные, то есть, а в каком году были куплены кроссовки? О, блин, кроссовка в каком году? Просто не я продаю, друг продает, он А, объявление то выставил. друг продает? Да, и это все его, просто номер он мой кинул. Ага, Вот. то есть кроссовки в данный момент у вас дома, да, находятся? Нет, у него дома, я правда за него сейчас. Он сейчас на работе, просто не может разговаривать сейчас. Я понял. То есть, ну, вы можете вообще что-нибудь по нему? То, говорите, стельки родные. Вот шнурки в комплекте идут. То есть они на рынке были Шнурки, да. куплены или вот так же в коробке шли? Так же в коробке шли. Понятненько, понятно. А так вот зимой, если их буду эксплуатировать, что они промокают, не промокают? То Да есть не, не нормально, по промокает. весне вот так щеголять, ну, нормально будет вообще в этих кроссовках? Да, конечно, нормально, да. То есть, Рибы если что, всегда так, плоские. то есть можно спокойно там в бар к девчонкам приехать, да? То есть вообще нормально будет. Ну а почему нет? Постирать их там, но А, рибы же. вот постирать, а они вообще в данный момент стиранные, да? Вот Или... честно, вот не могу ответить даже, честно, не могу ответить. А так вот, Но я там не каким кручусь. порошком хотя бы стирали? То есть для меня это вообще важный вопрос. То есть, если каким-то там мифом что-нибудь... Ну, неинтересно. А, ну обычно стиральный порошок, как вы обычно Ну, для стираете обуви, стиральный? да, обычный стиральный порошок. Да, ну как обычно, да. То есть А. она, видите, как в свое время покупалась данная обувь за большие деньги, соответственно, Ага. если вы стираете, ну А там типа нет никого. если не секрет, то есть когда покупали, за какие большие деньги покупали? Вот Чтобы честно, просто я знать не свою назад выгоду условно просто. сейчас Вот, представлять. интересно, моя выгода. Да, я понял. Я просто не помню, когда он их покупал. Честно, не помню. Не помните, да? Так, но Да. он Чтоб как не бы соврать, покупал, не путать. хозяину кроссовок был один, да? То есть не ходили по рукам, по ногам. Конечно, один. Не, один только. Вот он как раз продает. Так, слушай, еще знаешь такой вопрос? Вот есть на руках 270 рублей. То есть там торгуете же вы? Ну, 270. Ну, я думаю, да, он что, отдаст, если Ну, я просто приедет. вижу, к чему клоню. Я сам с города Волжского. Я вот просто думал, чтобы еще до вас доехать, мне надо вот на маршрутку 59 рублей туда, 59 рублей обратно. То есть, ну, в совокупности, то есть у меня, ну, получается, по факту у меня вот по факту 152 рубля. То Ну есть да, вот я понял, я смогу понял. вообще вот эти кроссовки козырные собрать за 152 рубля? Бля, браток, я держался как мог. Да мне самому смешно звучит, я понимаю, конечно. Общество, да, ты? Знаешь, как? Вообще А ржачка, чё конечно. ты? Ты чё думаешь, что они приедут за этими кроссовками за 152 рубля? Нет, тебя вообще они интересуются там по серьезности? Посерьёзнее меня не интересует. То есть, Че? подожди, а ты реально их продаешь? Алло? Алло, да. Да. То есть, ты реально их, да, продаешь? Да не я продаю, друг. То есть, друг реально, да, эти кроссовки продает? Ну да. А обмен не интересует, у меня просто шлепки есть такие же. Сам-то, да? Че, давай, я тебе сланцы привезу. Как раз летний вариант будет. Нет, честно, честно.